Чуряев Павел Николаевич родился 19 июня 1914 года в селе Наровчат. В сентябре 1932 года Саранским РВК был призван служить в Красную армию. В одном из осенних боев 1941 года был тяжело ранен, лечился в госпитале. После выздоровления был направлен в 171-ю стрелковую дивизию, в составе которой прошел всю войну. 22 апреля 1945 года начались бои в Берлине. Вечером 28 апреля подошли к мосту Мольтке. Здесь артиллеристы начали сражаться с танками, орудиями и самоходками противника, охранявшими мост. Совместными усилиями мост, кратчайшая дорога к Рейхстагу, был захвачен. 29 апреля 1945 года подполковник Ширяев выставил на прямую наводку 48 орудий разного калибра, которые, предваряя штурм, открыли огонь по Рейхстагу, что способствовало его успешному захвату и выдвижению на его куполе Знамени Победы. Это далеко не все сражения, в которых Ширяев принимал участие. За образцовое выполнение боевых заданий на фронте с немецко-фашистскими захватчиками, умелое командование артиллерией и проявленные при этом отвагу и геройство, Ширяев Павел Николаевич был признан Героем Советского Союза с вручением ордена Ленина и медалью «Золотая звезда».